Добрый день всем-всем-всем! С вами снова ваша Галя. У нас раннее утро, красота необыкновенная. Посмотрите, небо какое, солнца, слава богу, нет, туманчик, и так хорошо. Сейчас я иду на базар, а потом, сегодня в 2 часа дня, я иду к косметологу на процедуры. Ну вот посмотрите на меня сейчас, покажу вечером, но это будет, конечно, после уколов, первый день это будут и отечности, и, возможно, и синячки, и что-то, но потом будет за то, с чем сравнивать. Вот так. Это начало. Это эпизод номер один. Иду я вот туда. Видите, написано. Иван, святой Иван Рильский. Святой Санта Иван Рильский. Вот туда я иду. Галина вот сегодня ко мне пришла на прием. Что мы с ней будем делать? Мы будем работать над областью носогубной складки, губами, общим овалом лица и свежестью, в общем, внешнего вида. Так, ну что, Галь, поехали? Поехали. Прошло 1,5 часа вдохов глубоких и уколов. Крупным планом показываешь? Крупным, крупным. Да. Смотрите, это только сделана процедура. Теперь вы увидите меня в течение каждого. Вот в течение недели я вам буду каждый день что-нибудь интересненькое вещать, а вы будете в процессе наблюдать, сказать, в динамике изменения на моей, как это сказать, на моем лице. В общем, если что, вы знаете, к кому обращаться. В общем, молодеем, не по дням, по часам. И дай бог нам здоровья, и чтобы Марии ручки не болели, а мы будем молодыми, красивыми, здоровыми. И главное, себя любить. Все, ребята. Я немножко добавлю. Давай, добавь. Значит, мы поработали... Ой, господи. Мы поработали сегодня над формой губ. Очень-очень в таком лайтовом варианте. Совершенно в лайтовом варианте мы поработали над носогубной складкой. Она должна еще немножечко приподняться. Это только первый сеанс. Таких сеансов предстоит 2, может быть и 3. Мы будем постепенно, чтобы не было гиперкоррекции, работать с этим прекрасным лицом. Все, ребят, пока. Пока-пока. Так. Ну, что сказать вам, мои дорогие, иду я от Марии домой по красивой-красивой местности, по такому красивому спуску. Сейчас я вам его покажу. Посмотрите вид, вот тут вот святой Иван Рильский, вот он. А теперь смотрите, перед нами все Банско. Сейчас я спущусь, еще покажу красоту. Ну, и вот, зацените, чуть-чуть отошло, чуть-чуть отошло. Отек еще будет какой-то пару дней. Ну вот, посмотрите. Видите ли вы разницу? Я чувствую. Я разницу чувствую всем лицом. Давайте я вам пару слов скажу о процессе. Конечно, процесс с анестезией делается, но тем не менее процесс болезненный. Но опять же, порог чувствительности у каждого свой. У меня... Он очень низкий. После всего, что я пережила, очень низкий. Я вся напрягаюсь, кулаки сжимаю, не дышу, глаза должна зажмурить, пятки напрячь, вперед выпятить. Вот. У кого-то нет такой проблемы. Довольно. Но это очень недолго, очень тоненькой иголочкой. Вот сейчас прошло 1,5 часа, с тех пор я уже все забыла. Мне уже хорошо, я уже забыла, что мне было немножко неприятно. Укольчики. Укольчики, ну, иголочка тонюсенькая и крошечная, там 2 миллиметра. Вот, так что не смертельно, все нормально. Что не надо бояться, красоту будем наводить. Смотрите, кому будет интересно, пишите. Дам контакт Марии. Я сделала фотографию и выслала своим подругам. Так одна уже говорит, ой, я тоже хочу, когда Мария будет здесь. Так вот, чтобы вы знали, те, кто ездит по Болгарии или из Израиля в Болгарию, или живет здесь, Мария работает и в Банско, и в Бургасе. Вот такая вот интересная у меня для вас новость. Всего всем самого доброго. С вами была обновленная, надеюсь, помолодевшая Галя. Пока-пока. Thank you.